Вышли с детьми. Пойдем посмотрим площадку детскую. Мы вчера вечером гуляли и нашли большую красивую площадку. Вот сейчас хотим пойти ее проведать. Кирюша вот мне помогает, сумочку несет. Так, мы пришли на площадку. Кирюша уже увидел деток. Кирюша, ты будешь на этой площадке вот играться? Или на той, там, где детки? На одной площадке оказалось очень много маленьких деток. Они прям в перевозке их вывозят и садят в песочек. А им, наверное, еще и годика нету. Некоторые просто сидят, ползают. Я так думаю, что это кто-то из садика. Так, мы таки пришли на другую площадку. Здесь все-таки повзрослее. Горка, повзрослее качельки. Ну, ребенку, в принципе, горки и качельки. Ему главное, что есть песок, есть лопата. И он может беспрепятственно рыть яму. И никакая малышня своими грабельками ее не закапывает. Что еще ребенку надо для счастья? Вот. Здесь по периметру стоят лавочки. Вот там эта детская площадка. Там вот как раз ставят зонтики. А, няня. Она приехала с 4 детками. И еще 4 ребенка уже там было. Вот. И теперь там целая песочница. Малюсик лилипутиков. Таких маленьких деточек. Не знаю, видно их там. Видно. Они все колупаются в песочке. Да. Надо искать площадку, где есть детки постарше. Но я думаю, они, конечно, сейчас все в садике. Нам пока садик не светит, поэтому мы будем играться на площадках. Потом здесь близко есть супермаркет хозяйственный, зайдем туда. И Валди за покупками. Так как я здесь много не накупаю, я покупаю там по огурцу, 4 помидора, пучок редиски, поэтому это все за 2 дня заканчивается. И приходится ходить почаще. Ну, это меня не напрягает, это развлечение. Анька. Анька. Кто разлегся? Кто мамина девочка? Хей. Поведу Аню в песочке поковыряться. Пусть приобщается с прекрасным. Давай! Супер! Я как пингвин хожу. Давай по сетке ползи. Мы с Кирюшей были в супермаркете и купили тут кучу всяких интересностей. Вот. Во-первых, вот Кирюша показывает штучка, чтобы играть в магазин. Да, мы будем покупать, продавать, да? Покупать, продавать. Вот. Во-вторых, Кирюша увидел же свои любимые трубочки. Он сказал, что они ему очень надо. Очень надо. Там есть яйца. Да. Анечка, на ручках у мамы. Купили мячик. И еще вот это такое. Да. Это мы купили такой стаканчик для водички. Будем рисовать. Купили краски. Кисточкой. Вот.
купили вот такую штуку, будем с Кирюшкой делать. Как она правильно называется? А, Dreamcatcher, точно. Что это? Dreamcatcher. Фломастеры, которые можно писать по одежде. По одежде? Да, рисовать на одежде. Вот, клей. Вот. Такие палочки с сыром Кирюшке купили. И еще там какая-то штучка. Да. А это уже готовятся к Хэллоуину. Это такие вот лампочки. И еще мы купили елочки. Лампочки. Мы тоже готовимся к Хэллоуину. Вот. Это Кирюня себе выбрал. На рюкзачок, наверное, да, будем цеплять? Да. На Хэллоуин. Такой фонарик. Ну и не только к Хэллоуину готовятся. Вот, готовятся уже к Новому году, поэтому мы взяли тоже с Кириллом такую поделку будем делать. Ёлочку, да? Mm-hmm. Вот, столько всего мы купили интересного. Угадайте, кто это на велике катается? Да-да-да, это Кирюша. Иногда надо расслаблять мозг, когда хочется ни о чем не думать, а просто посидеть и потупить. Я беру раскраску антистресс. И ни о чем не думаем. Мозг ни о чем не думает, он отдыхает. Это реально спасение. На выходные обещают плохую погоду, поэтому мы идем в Алди сегодня. Сегодня последний теплый день. Для Германии это вообще что-то непривычное. Целая неделя 30-32 градуса. Заодно сдадим бутылки. Я еще ни разу не сдавала бутылки, поэтому мне очень интересно посмотреть на это дело. Папа нам будет проводить обучение. Удочку. Довольно своеобразный способ ходить за покупками. Мы используем коляску как перевозчик покупок, а папу как перевозчика Ани. Так, сколько покупок можно совершить на 30 евро? Ходим мы за покупками вот такими сумочками. И в этот раз мы купили 3 пиццы Маргарита. Тут в упаковке сразу 3. Вот такие вот равиоли с сыром и перчиком. Равиоли с перчиком и цукини. 4 кусочка мяса. Пельмени. Мусли с кокосом. Здесь 750 грамм. Вот спагетти с томатным соусом. Драники. Сосиски. Детские. Кирюшка очень любит. Кукурузная каша. Груши. Бананы. 2 упаковки салата. Помидорки. Редис. 3 огурца. 4 баночки пудинга. Просто йогурт. Просто творожок. Это для Ани. 3 бутылочки водички. И конфетки. Все это на 30 евро.